Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Будем с вами делать обычный салат, но с авокадо. Помидоры уже, я два помидора покрошила, один лук. Это у нас обычный повседневный салат, который я делаю, ну, через день, через два на третий. И вот меня сейчас снимает мой оператор. Здравствуйте! Здравствуйте! Нарезаем произвольно, мелкими кусочками. Теперь болгарский перец одну штуку. Чеснок три зубчика. Любишь чеснок? Нет. А надо кушать. Он очень полезный. А я люблю чеснок в любом виде. И зеленый чеснок, и такой. Теперь листья салата. Быстро-быстро салат. Теперь что у нас остается? Авокадо. Я взяла вот такую верхушку. Часть. Да, часть. Это убираем. Кожицу убираем. Все. Теперь нам доска не понадобится. Чуть-чуть. Вот такие. Да, на такой штучке натерем авокадо. Натрем, может? Натрем, или... да, натрем. Ну ты меня поправляй. Так. Смотри, как красиво получается. Угу. Вроде бы все. Добавляем половину лимона. Теперь добавляем перец по вкусу. Соль по вкусу. Перемешиваем. Смотри, какой красивый получился. Да. Разноцветный. По камере это не так видно, а вот в реальной жизни он очень красивый. Да? Вот это помидорчик на краю. Сейчас упадет. Чуть-чуть добавим масло, прям чуть-чуть. Ну что, попробуем? Сейчас. Рекомендуем.
Готовьте на здоровье. До новых встреч, мои дорогие подписчики. Всем до свидания.